на картинах, на одежде, в музее, дефиле. Модный показ новой коллекции дизайнера Светланы Черемных. Благовещенке более 10 лет, творящей в Китае. Сама приехать не смогла, но русские акценты сегодня здесь открывают праздник. А когда же нам бороться за местах на планете? После модного дефиле «Марш пустых кастрюль» рассказывает историю 8 марта, праздника, который родился из акции протеста женщин Нью-Йорка против 16-часового рабочего дня. Когда после смены на заводе прекрасный пол не успевал и ужин приготовить, вспомнили и Клару Цеткин. Благодаря ей у современных женщин есть права на выборах и зарплата наравне с мужской. О чем еще мечтать? Разве что о путешествиях. Хотели бы увидеть Россию и непременно Камчатку. Долина гейзеров – это наша мечта. За столом с самодельными открытками чистое творчество. 8-летняя Кристина старательно выводит буквы. Пришла на праздник с мамой и сестрой. В семье Михайских поздравления начались еще 7 числа. А день только для девочек вообще каждые выходные. Вчера мы были на куклачеве, на кошек смотрели. Ну, каждое воскресенье мы планируем куда-то ходим. То есть я каждую неделю планирую. Детей вывожу. Развлекательный это будет центр или куда-то выезжаем мы. Очень довольна, мне очень понравилось. И в музее давно не была. Вот она была с классом, а я давно не была. Если запеленать куклу не получится сразу, не беда. Судьи оценивают аккуратность, а не скорость. Как и в конкурсе заплетания кос, соревнуются 7 семей. Мамам, конечно, проще, а для пап чем не повод научиться. Ну как, получается? Да. Вообще, я считаю, шикарно. Можно свой открыть салон. Чисто заплетать косу. Посмотрите, оцените. Вообще чудесно получилось. Для первого раза, думаю, очень хорошо. Когда еще удастся побегать по музею? Для родителей и детей викторина, ответы спрятаны в нескольких залах. И кульминация – вручение подарков, пригласительных на праздники, которые будут устраивать в музее в течение года. Кристина Слепцова, Регина Сорокина, Денис Лугов. Программа «Город».